Друзья, всем привет! С нами сегодня Сережа привет. Трор, капитан сборной по девятке. Не капитан, но самый уважаемый человек. Вот. In my heart, in my soul. По Вархаммеру, ну не 40 тысяч, а чуть-чуть пораньше. Да. Сережа, скажи про первую игру, у вас уже тоже почти закончилось. Да, слушайте, мы играли первый тур против турков. Мы знали об этом заранее, ну, естественно, там все паринги делаются заранее. А ростера у ребят были очень странные, прям даже, я бы сказал, немножко пугающие. Вот. А ряд парингов мы выиграли, очевидно, еще на стадии парингов. Вот. Часть была рискованных, но в целом сейчас у нас до игры отыграло 6 человек. И только один проигрыш, 9-11. Все остальные выиграли 14 или больше. Все очень хорошо. Пока идем вперед. Вот. Но самые главные наши оппоненты, потенциальные соперники, это Польша. Они на первом столе играют с Данией. И Дания выигрывает. И мы топим за них. Только тихо. Никому не говорить. Я так думаю, поляки решили подводные лодки пройти. Ну, черт его знает. Я думаю, что они стараются. Вот. Но на самом деле результат ничейный в первом туре будет для них на руку даже. Более того. Для всех будет. Да, для них прежде всего. Потому что они окажутся в середине таблицы и будут играть не с сильными оппонентами. Вот. Мы потенциально можем встретиться с норвегами. Ура, Норст! Сережа, все, поздравляю, желаем удачи. Спасибо. Давайте.